Москва, суббота, 3 часа ночи. Да все нормально, че такое? Да все нормально, че ты? Не знаю. Да какие проблемы вообще? Ты что? Какие проблемы? Ты чего? Ой, срана? Катя, 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 что ты делаешь? Да Катя? Какие? Что ты, мы в клубе нормально потусили? Что ты? Ну, я стесняюсь. Вот здесь я живу, вот. Да, конечно, не дворец, но зачем мне дворец без королевы? Но, знаете, я хотела сказать, я только на минуточку, правда, я заряжу телефон, и все, и я поеду. Кстати, огромное вам спасибо, что вызвались мне помочь там в клубе, потому что без вас, ну, я бы вообще без телефона осталась. В общем, я подожду, когда он зарядится хотя бы на 0,5%, и пойду. В любой момент, когда ты захочешь, любой, вообще любой, ты встанешь и уйдешь, и все. Когда ты захочешь, ты уйдешь. Mm-hmm. Демократия в стране, mm-hmm. когда захотела, ушла. Без обязательств, мы же не Сбербанк. Но я хотела бы сказать, что я не такая. Конечно, конечно, да? Ты не такая. И я не такой. Да. Мы оба не такие. Да, но, да. Конечно, да. Просто, знаете, вот бывают такие девушки, которые, они из клуба вот сразу в постель прыгают. Я не такая. Ты не такая, ты всего лишь до прихожей допрыгнула. Какие вопросы конечно, к тебе? Да. Какие к тебе вопросы? Никаких. Да. Да. Можно зарядку, пожалуйста? Зарядку. Так, где у меня зарядка? Сейчас. Ты пока присаживайся на диван, пока я зарядку ищу. На диван? Ну, пока я ищу зарядку. Только пока вы ищете зарядку. Только пока я ищу зарядку, конечно. Ты не против, если я включу музыку? Я просто всегда ищу зарядку под музыку. Такая привычка. А, ну если такая привычка, то конечно. Только привычка. Ну это пока вы ищете зарядку. Да, сразу выключу потом, конечно. Конечно. Что вы делаете? Что вы делаете? Так, что в диване делаете? Нет зарядки. И если ты не против, я быстренько посмотрю в другой комнате, да, окей? Да, конечно. Секундочку, да, сейчас хорошо. Я быстренько. Только вы знаете, если можно, пожалуйста, побыстрее. Просто, ну, ситуация такая, а я-то не такая, не знаю, говорила, нет? Ты знаешь, я искал зарядку в холодильнике. Зарядку не нашел, но нашел шампанское. Шампанское? Да, как ты думаешь, может, пока я ищу зарядку шампанского? Ну, разве что пока вы ищете зарядку. Конечно, пока только ищу зарядку, конечно. Не вижу преград. Конечно, шампанское. Что это? Это просто шампанское. Это же, это не текила какая-то. Или мне найти текилу? Шампанское подойдет. Шампанское подойдет, конечно, конечно, конечно. Тем более будет меньше предметов, легче будет искать. Тем более я сегодня уже текилу пила, давайте шампанское. Только, но, я не такая. Конечно, вы не такая. Вы что? Опа. Еще. Я скажу, когда хватит. Еще, еще, еще. Буквально капельку. Чуть-чуть, вот чуть-чуть, еще немного, и еще капельку. Вот. Ну вы в сумму, ну оп, все, оп. Ну мне же много. Я извиняюсь. Ну я что прошу, вы делаете? Я прошу прощения. Я красивых слов говорить не умею, поэтому давай. Слушайте, я прошу прощения, вы сейчас на что-то намекаете, да? Я еще раз говорю, я не такая. Я не знаю, что вы там себе нафантазировали. Да что я себе нафантазировал? Я фантазировал последний раз 14 лет. Ты что? Единственная моя фантазия – это найти зарядку. О, хорошо. Так, где зарядка моя? Просто, знаете, на самом деле, вот бывают такие девушки, они вот прям на все сразу готовы, на все. Ужас! Да! Да! А я знаю, чем такие истории заканчиваются. Вот, и, знаете, я не такая. Вот у меня подруга Анжелика. Вот она такая.
И вы представляете, она однажды чисто случайно познакомилась с мужчиной вип-ложи Спартака, и уже на втором тайме они улетели в Дубай. Да. Ой-ой-ой. У нее всегда с собой купальник и загранник. Вот это не мой тип женщины, нет. Я не про секс, я про отношения. Да? Да, да, конечно. А что вы делаете? Я просто помечаю места, где я уже искал зарядку. Ничего не подумайте, вы что? Я? Да я и не подумала, вы что? Вот моя подруга, ну Анжелика. Вот она бы подумала. Вы знаете, у нее была ситуация, ей тайный поклонник подарил букет роз. Она не знала, кто именно. И на всякий случай со всей телефонной книжкой переспала. Да вы что? Да вы что? Да. Сейчас я... Вот, она такая! Она такая! Нет зарядки. А я не такая. Я сейчас посмотрю в джакузи зарядку, секунду. Да? Это я просто, чтобы не забыть обратную дорогу. Послушайте, а может, вместо того, чтобы, ну, бегать, что-то искать, просто вспомнить, когда вы ее последний раз видели? Точно! Ну? Точно! Я ее последний раз видел, так, когда играл на саксофоне. Я сейчас сыграю на саксофоне и вспомню, где она. Такой элегантный. Как жаль, что я не такой. Знаете, вот моя подруга Анжелика, она однажды в самолете со стюардом переспала, чтобы пересесть в бизнес-класс. Поколение Инстаграма, что тут скажешь? Да. Не вспомнил. Да. Вы знаете, мне нужна ваша помощь для того, так, чтобы найти конечно. Зарядку. Конечно. Вы не могли бы намазать мое тело этим лавандовым маслом, чтобы я мог протиснуться себе под кровать и посмотреть, вдруг зарядка под кроватью? Ну, если это поможет найти зарядку. Конечно, это поможет найти конечно. Зарядку. Конечно. Только чтобы помочь вам найти зарядку. Боже, боже, Катя, Катя, что ты делаешь, Катя? Я в 3 часа ночи в пентхаусе малознакомого мужчины брутального мажу его лавандовым маслом, боже мой, под мою шандон. Да моя подруга просто от зависти умерла бы. Катя, сколько можно тебя ждать? Анжелика! Катя, так не делается! Я сижу, значит, в Логане, жду тебя, нюхаю какого-то таксиста, а ты тут шампусик попиваешь! Ты нормальная, Катя? Так, Анжелика, что ты вообще сюда приперлась? Вот зарядка на айфон! Я приперлась, потому что у меня Айкос разрядился! Вот сейчас я найду зарядку на Айкос! Одну секунду! Сейчас, секундочку! Послушай, мы с тобой договорились, что если через полчаса ты не спускаешься, значит, я поднимаюсь к тебе! Ты, слушай, что случится за полчаса? Чего ты панику паникуешь? Что, я панику паникую? Я тебя однажды оставила на 10 минут в ложе Спартака! Так ты взяла и в Дубай улетела! Не начинай, а! Послушай, а ты вообще зачем телефон выключаешь? Как будто ты так не делаешь! Я рад приветствовать вас на борту нашего авиалайнера, названного в честь выдающегося итальянского режиссера Тинто Брасса. Пожалуйста, добро пожаловать в бизнес-класс. А, ну конечно. Я еще в клубе поняла, что ты кобель. Короче, Катя, мне тут Гурам пишет. Ну? Они сейчас сняли какой-то лофт в Москва-Сити, едут тусить. Ты едешь? Ну, конечно, у Гурама точно есть зарядки. Алло, ТНТ. Я согласен на ваш проект, а то с тех пор, как я ушел из Black Star, у меня с бабами вообще не клеится что-то. Давайте, я 14-го, да? Давайте, я готов. Давайте, да. «Холостяк». Новый сезон. По субботам в 10 вечера на ТНТ.
Марина Кравец и Яна Кошкина. Сыграем. В субботу одна из участниц вернется на проект. Тимур, мне кажется, ждал тебя. Нас опять много, это не очень здорово. На церемонии роз девушек ждет неожиданное решение холостяка. Правильно я понимаю, что сегодня ты решил вручить розу той единственной неповторимой? Все возможно. Новый холостяк. В субботу. В 10 вечера на ТНТ.